День добрых дел. Когда мы видим ребенка, который ведет себя как-то не так, бегает, машет руками, кричит без причины, мы думаем, что это просто каприз, и пора бы родителям взяться за свое чадо. Но бывает, что причина такого поведения вовсе не в плохом воспитании. Когда родители узнали диагноз Ромы – аутизм, то не поверили в это. Он был, на их взгляд, обычным активным ребенком, который внешне ничем не отличается от сверстников. Вот только не говорил. Семья очень переживала. Было тяжело без стеснения и страха ходить в театр или цирк. Даже поход в магазин становился серьезным испытанием. Рома своим нестандартным и иногда грубым поведением вызывал к себе претензии окружающих. Они косились на мальчика, уводили в сторону своих детей. А мама Ромы плакала от обиды. Мама говорит, что прилагает все усилия для того, чтобы научить Рому привычному в социуме поведению. Но, увы, это невозможно сделать, сидя дома и играя, к примеру, в поход на концерт. Кстати, недавно мальчик окончательно влюбился в цирк. Поначалу его пугала громкая музыка, яркие огни, но обожание зверей все это пересиливает. Рома внимательно следит за представлением до самого конца. Добиться таких успехов Роме и его родителям помогли в Центре поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». Здесь они нашли много друзей, поняли, что не одиноки в своей проблеме и могут рассчитывать на поддержку. В счастливых и спокойных родителях ребенок нуждается не меньше, чем в корректирующих занятиях и арт-терапии. Но без нашей помощи Роме и другим ребятам, которые приходят вместе с ним на занятия, не справятся. Чтобы Центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел «Сумма пожертвования» цифрами. Например, «Ребята 100». И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.